Привет! В сегодняшнем обзоре, как и обещал, я расскажу о шлеме модуляру Мичиру MF120. Данный шлем я заказывал у официального дилера Мичиру, Мичиру Россия. Пришел он мне из Питера наложенным платежом. Данный шлем выполнен в черном глянцевом цвете, хотя изначально я заказывал матовый цвет. Об этом я написал на сайт. Дабы исчерпать данный инцидент, мне в подарок прислали вот такой вот замечательный подшлемник из термофлиса. Подшлемник тоже, кстати, очень-очень отличного качества, очень теплый, и в нем очень хорошо ездить поздней осенью. В принципе, глянцевый цвет меня также устроил, и претензий у меня к Мичиру России нету никаких по этому вопросу. Вот. Открывается он кнопкой в нижней части, вот здесь вот в районе подбородка, то есть на ходу вам очень удобно, можно вот так вот легким нажатием большого пальца взять и поднять. И вот так вот он жестко фиксируется. Вот. Что еще хочу о нем сказать. Подшивка выполнена, вот сейчас вот ее прекрасно видно, в своеобразном виде такого искусственного велюра. Вот, подшивка вся разбирается, снимается и стирается. Собственно, я уже стирал его как раз вот в конце сезона. То есть, как видите, ничего не вытерлось, не обшарпалось. Все прекрасно выглядит. Застежка выполнена быстрой фиксацией, то есть довольно такая недорогая, но в принципе более-менее надежная застежка. Конечно, с D-Rings'ом ее не сравнять, но тем не менее вполне нормальная такая неплохая застежка. Вот. Также вот здесь вот на кнопке с левой стороны есть выдвижные очки, то есть затемненный визор, с которыми очень удобно ездить летом. То есть, в принципе, вот, довольно хорошо они фиксируются, как видите. И никаких проблем особо с этим нету. То есть, они на глаза не надвигаются на ходу, и можно спокойно ездить с открытым шлемом и с темными очками. Вот. Кроме этого, основной визор тоже очень неплохого качества. То есть, как видите, за сезон никаких царапин нет. За это, конечно, мое уважение Мичиру, качество очень неплохое у шлема. Кроме этого, хочу обратить внимание, то есть, на дефлекторы. Во-первых, дефлектор в нижней части, вот здесь, вот, в районе подбородка. Во-вторых, дефлектор в верхней части головы. И отвод воздуха выполнен вот таким вот образом. То есть, такая очень интересная форма, своеобразные рожки. Вообще, дизайн этого шлема мне очень-очень нравится. Может быть, конечно, он больше подходит под спорт, чем под круизер, но я ездил в этом шлеме на круизере. Собственно, с этого шлема началась моя любовь к открытым шлемам. Когда первый сезон я попробовал ездить в этом шлеме вот в таком вот виде, мне настолько понравилось в открытом, что я решил заказать себе на летний период именно 3/4 шлема. А этот шлем я беру для трассы и, соответственно, для уже холодного времени года, то есть там ранняя весна, поздняя осень. Ну и, конечно, трудно переоценить удобство модуляра в плане того, что вы приезжаете на заправку, открываете, можете спокойно разговаривать, можете не снимать с себя шлем, и не надо постоянно мучиться, то есть снять, одеть, застегнуть, расстегнуть. Вот такой вот замечательный шлем. Рекомендую. Качество у него очень хорошее, качество покраски тоже очень хорошее. Заказывайте, покупайте, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!